закончился первый класс, детей продолжается. Мы желаем вам терпения, побольше запасать. Слово для поздравления предоставляется родителям первоклассников Дьяковой Анне Михайловне и Артам Виктории Леонидовне. Дорогие учителя, дорогие наши первоклассники, 1 сентября – знаменательное событие и большой праздник для каждой нашей семьи. Сегодня наши дети живут в первой школе. И в школу, которая заложена в фундамент знаний, необходимый во взрослой жизни. Именно вы, дорогие учителя, станьте вторыми родителями для наших детей. Хочу от всей души поздравить вас всех с праздником, пожелать здоровья, тепла, мира и доброй